Лучшие воспитатели – это мужчины. Никто не может научить лучше женщину рассчитывать только на себя. Стоп. Это сейчас что такое в ролике было? Это нам, мужчинам, навязывают ответственность за то, чтобы мы ее брали за женщин, что ли, да? Типа, фу, мы такие бедные, несчастные женщинки. Мужчины нас научили быть самостоятельными. И это говорят 30-летние бабы, уже взрослые, у которых уже был шлейф разных мужчин с разным цветом разреза глаз, размеров болтов, да? Это говорят те женщины, которые понарожали детей и так далее. Типа, все, неси за меня ответственность. Нет, дорогая моя, ответственность за себя несешь ты. Ты взрослый человек, ты личность. А если ты хочешь, чтобы мужчина брал за тебя ответственность, значит, что должно быть правильно? 18 лет, вышла замуж за одного единственного и полностью отдалась ему. То есть совершенно, он принимает решения все за тебя. Тогда да, и ты этому не противишься. В любом другом случае. Каждый момент, каждый день твоей жизни – это исключительно только твоя забота. Не надо таких роликов снимать, не надо. Это плохие ролики.